примерно год назад, в феврале, я чисто случайно узнал, что на День защитников Отечества мне подарят пену для бритья и носки. И сейчас это прозвучало как шутка, но на тот момент это было. Вариант с носками, конечно, вполне достойный. Можно сказать, стопроцентный, но есть кое-что поинтересней. Итак, допустим, это вы, а это наша конечная цель. И если это почему-то не удается, вот вам два стопроцентных варианта. Хотя есть еще кое-что. Каждый мужчина в душе немного ребенок, и вполне возможно мечтает именно об этом. А, да, кстати, по поводу этого. Это сокс, а не то, что вы там подумали. А это набор отверток. Вот в таком числе. Ручка у этой отвертки вот такая. И здесь вот огромное количество бит на все случаи жизни. Проверено лично мной. Но это не главное преимущество данного набора. Давайте вместе послушаем, как это звучит. Да, такой набор вполне можно носить в кармане и выкладывать где-нибудь в кафе вместо телефона на стол, чтобы остальные друзья смотрели и немного так, возможно, даже завидовали, хотели немного потрогать и погладить, потому что покрытие здесь тоже такое приятное. В целом, я думаю, отличный подарок. Если бы мне подарили комплект отверток Виха, я бы как минимум сказал: ты самая лучшая женщина на свете. Тебя любят люди. Вообще, лучше всего отталкиваться от интересов того, кому что-то дарит. Но есть все-таки универсальные подарки и, например, беспроводные наушники. Емкость кейса аккумулятора 350 мАч. На каждый из наушников по 30 мА. А это значит, что они могут работать автономно 5 часов. Сделаны они вот в таком чехле. Сделано под оригинал. Давайте проверим. Также здесь есть микрофон. По-моему, смотрится неплохо. И магазин Parts Direct дает гарантию на эти наушники. Полгода, 6 месяцев. Мужчины очень много работают, чтобы у вас было все самое лучшее и самое качественное. Зачастую даже ущерб себе. И если его телефон выглядит как этот, подарите ему набор ZipDip, а дальше он будь как-нибудь сам. Тем более инструкции есть у нас на канале. Буквально на днях мне попался пост, где описывались заработки тиктокеров России. В списке были самые популярные тиктокеры и их заработки. Я, честно говоря, в нулях запутался. А ежедневная аудитория ТикТока в СНГ или в России, я уж точно, честно говоря, не помню, 40 миллионов человек. Все только и делают целыми днями, что отправляют друг другу ТикТоки. А что, если в ком-то из вас сидит талант, настоящий талант видеорежиссера, сценариста и продюсера? Поэтому давайте кое-что покажу вот здесь. Это кольцевая лампа и по совместительству штатив для телефона. В нашем магазине есть достаточно большой выбор этих кольцевых ламп, и отличаются они в основном диаметром самого кольца светодиодного. Собственно, для чего вообще это нужно? Вставляем сюда телефон, снимаем на фронтальную камеру, либо на основную, и на лицо идет приятный, ровный, мягкий свет. Мягкий, а не жесткий, как от лампочки, и не будет большая тень от носа падать на щеку. В общем, для видеосъемки самое то. На всех на них есть регулировка яркости. Можно прибавить, можно и убавить. В общем, вещь для сторисов, для любительской видеосъемки, для тиктоков, то, что надо. Ага. Но все-таки у этих ламп есть один недостаток. Это вот этот вот криповый кружок на зрачке. Совсем не понимаю людей, которым это может нравиться. На сайте магазина Parts Direct есть даже специальный раздел, который так и называется «Аксессуары». Там есть зарядники для телефонов, автомобильные, автодержатели, чтобы вешать телефон, и даже автопарфюм. И лучше всего, если это все замиксовать в одну коробку, положить все вместе, завернуть в красивую упаковку, завязать бантик и подарить. И это прям... четко. Получается четко. У вас действительно. А если все вышеперечисленное вам не понравилось по каким-то причинам, вы всегда можете подарить... одну секунду...
свою любовь и свое время. Такое точно никогда не забывается. А это была просто подборка идей, подарков на 23 февраля от магазина Parts Direct. И это ни в коем случае не истина в последней инстанции, что дарить в конечном итоге решать только вам. Ну что ж, если досмотрел, поставь, пожалуйста, палец вверх. И еще кое-что. Над контентом для этого канала работаю не я один, и мы постоянно ищем идеи для интересных видео. И будем благодарны, если ты напишешь комментарий о том, какое видео хотелось бы увидеть, и мы постараемся отснять какой-то интересный сюжет на ту тему, которая будет предложена и которая понравится как вам, так и нам. Всех с наступающими праздниками, ну а мне на этом все. Всем пока!